Это утреннее шоу «Ростов сегодня», и в нашей студии уже появился потрясающий гость, которого мы давным-давно ждали еще раз к себе в студию, потому что первый эфир был весьма и весьма замечтательным. Ну, помимо того, что действительно студия озарилась всяческими, значит, блестящими штуками, очень крутыми, очень трендовыми, естественно, потому что в гостях у нас Арай Крист, человек-праздник, человек, который приносит в нашу студию красоту, уверенность в себе и, конечно же, стиль. Арайк, доброе утро. Доброе утро. У вас так красиво теперь вообще, да? Реально. Просто, мне кажется, совершенно другое прям у вас. Каждый раз все лучше и лучше. Я так счастлив, подожди, что я все время с вами. Ты у нас в этой студии... Еще не был. Вот. Ох, да. С дебютом вас, дорогой вы наш человек, с дебютом. Очень красиво, очень. Прям вот теперь хочется просто прийти и даже внизу постоять, посмотреть. Посмотреть. Ну, Арайк, тебе внизу стоять не нужно, мы всегда тебе рада здесь, да. Ты можешь заходить на любое место садиться, и мы будем с тобой с удовольствием болтать и обсуждать. Что у тебя в жизни нового? Может быть, чем-нибудь сразу хочешь похвастаться? Да, сейчас я оформляю визу в Лондон, в Великобританию. Я лечу на обучение всемирно известную школу стилистики Академии Тиджи, где я получу свой еще очередной один диплом международного уровня. Вот. И 16 апреля я улетаю в Милан. Ух ты! Я буду там учиться, и еще плюс каждый месяц теперь меня приглашают в Милан работать. Господи, эти итальяшки пытаются забрать нашего Арайка. Какой ужас. Я готова биться. А как же твой дом без тебя? Нет, я там буду всего лишь 4 дня в месяц. Все, больше мы не дадим, даже 5 дней будут просить. Ну, как мама сказала, 4. Это может быть потом неделя, потом две, а потом все. Нет, я говорю, ни в коем случае, я люблю свой город. Вот такой вопрос. Милан, Лондон, Ростов-на-Дону. Я уверена, значит, слухи до меня доходили, что ты там еще и где-то на Кипре что-то там делал, я не знаю, загорал или нет. 3 июня, март, апрель, май, июня. Не. 3 июня я лечу на Кипр, да. Но это я туда дальше не сказал. Я могу все, весь план свой рассказать. Нет, ну если тебе не жалко, только рассказывай, что еще ты там будешь делать. Чтобы я там буду, значит, там есть великолепная вот школа, которую я окончил, Альдо Коппола. Это всемирно известная тоже школа, которая получила в этом году свой международный еще один диплом, да, но я его уже получил. Вау. Да, я был 10-го, 11-го, 13-го, 14-го января на обучение. И вот эта академия на Кипре пригласила меня провести там мастер-класс по технике секретного окрашивания. Секретное окрашивание? Да. Так, где окрасят? То есть это специальная техника, которую только могут делать те, кто учится на это. Угу. То есть это не так на общедоступно. Только для избранных. Только для... Только для тех, у кого золотые ножники и золотые кисти. Ты бесконечно, как я понимаю, учишься, да, вот туда поеду, туда поеду. Вообще, есть ли предел совершенству, или ты считаешь, что нужно вот постоянно себя чем-то шпиговать? В нашей профессии нету совершенства. Потому что я еще, как я всегда говорю, я еще ничего не умею. Я все время учусь. Но просто еще, вы знаете, дело в том, что мне кажется, я шопоголик, вот в уч я убил. Слушай, такой вечный студент. Мне надо все время, чтобы у меня был диплом. Мне надо, чтобы у меня был новый диплом. Мне надо, чтобы у меня были новые ножницы. Мне надо, чтобы у меня были новые штучки. Мне надо, чтобы у меня было вот все новое, новое, новое. Потому что... Ведь мода не стоит на месте. Если у нас есть среди радиослушателей, желающие попасть в твою команду, это реально или она укомплектована и все, пока дополнительные кадры не нужны? Нет, дополнительные кадры всегда нужны. Почему? Потому что мы все расширяемся. У нас было 7 рабочих мест, теперь у нас 8 рабочих мест у парикмахеров. Плюс еще я, понимаете. Поэтому как бы 8 человек в смену нам вообще было бы идеально. Поэтому, конечно, все время нужно, потому что мы не стоим на месте. Мы так. Все время сами как учимся, развиваемся, так и наш салон. Поэтому если есть, конечно, креативные люди, то мы только с распространением. То есть можно прям прийти и сказать: Арайк, вот мои руки, возьмите вот мое талантище, да, посмотри на меня хотя бы. Конечно, конечно, но очень много людей приходит, очень много людей. Конечно, я, потому что мне важно, чтобы человек любил свою работу, а не просто ходил туда. Это для меня, самое важное для меня вот это. Может, он еще только ученик, он только еще начал, там вот заканчивает, начал учиться. Это тоже немаловажно. Но если у человека есть стремление, и я вижу вот это блеск, вот это
этот в глазах, то я возьму его с ногами и руками. И буду под себя его уже, так сказать, подстраивать, настраивать, чтобы была как моя рука. А вот такой вопрос к тебе. Люди обращаются с просьбами, значит, Арайк, вот посоветуй, ты мне сейчас голову в порядок привел, бывает же такое, а вот внизу там какой-то беспорядок, да, и вот хаос. Так, подождите, давайте вот более тот. Я имею в виду одежду, одежду. Арайк, ну ты выдохни. Я думала, внизу подбородка, где волосы. Нет, 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 нет. Я имею в виду вот такую стилистическую составляющую. Естественно, естественно. Говорят, например, у меня же уже звание-то. Вот, понимаете, вот. Дело в том, что вот когда ты учишься, ты сначала получаешь парикмахер третий разряд. Так. Потом ты получаешь парикмахер четвертый разряд. Так. Потом ты получаешь парикмахер-стилист. О! Потом, это вот уже пятый, типа, как бы разряд был бы. И самый последний разряд, который вот это самый крутой, кстати, не все получают его. Угу. Очень жаль. Но ты получил-то уже. Я-то получил его в 2006 вот году. Вот именно. Стилист-модельер. Ох. Это уже когда я понимаю. Так. Ну, как бы я не волшебник, конечно. Я только учусь. Вот. Как должно вот это смотреться вот с этим и закончиться вот с тем. То есть полный треугольник. Треугольники. Хочется так приоткрыть тайну, потому что Арайк тоже причастен к невероятному действу, которое происходило в эту субботу, 18 марта. Очень красивая у вас была фотосессия, роскошная. Да, ну, конечно, все результаты... Кого водой мочили, да? А у кого роскошная, красивая? А кто, да, в павильоне снимался сухой. Ну, не об этом речь, да. Совсем скоро вы сможете лицезреть это самостоятельно. И помните, все прически, которые вы увидите на фотоснимках, это все руки... И в моем инстаграме. Арайка Криста. Да. Такие вот спасибо вам, ученики. Спасибо. Ну низкий что, поклон. Арайк, то, что ты делаешь для Ростова, ну, просто, я считаю, неоценимо. И ростовчане тебе благодарны вот посредством комментариев, посредством того, что даже в прямом эфире хотят записаться к тебе на прием. Мы благодарим тебя, радиостанция Ростов-ФМ. Мы любим, когда ты к нам приходишь в гости. Еще раз напоминаю, Арайк Крист, его салон существует в городе Ростове-на-Дону. Находим в инстаграме Арайка, общаемся с ним, подписываемся, лайкаем, звоним, если уж так хочется. И да? ты разрешаешь, да, это делать? Все, вперед из песни, навстречу красоте. К тому же весна-то пришла, уже пора. Хочу попросить Арайка пожелать что-нибудь нашим радиослушателям, если, конечно, его не затруднит это сделать. Что, конечно, пожелать? Я вам желаю, мои золотые, хорошего вам утра, хорошей вам недели, хорошего месяца и продуктивного трудового, но... чтобы от этого трудового мы получали максимальное удовольствие и максимально бабла года. Поэтому весна впереди, улыбок побольше, и мы будем все счастливы. Отлично. Ну что ж, а нам остается Арайку пожелать только для того, чтобы все его обучения стали еще более полезными для него, чтобы наконец-таки к Милан учиться ездили к нему. Нет, зачем в Милан? Мы же решили, что Ростов будем делать новой столицей мировой моды. Конечно, однозначно. Ну, и приходи, все для этого. Да, и приходи к нам почаще, чтобы рассказывать, когда оверсайз нужно, когда носить не оверсайз, чтобы мы тоже были в курсе.